Привет, вы на канале «Распаковка Диагостини». И теперь у нас сегодня опять джунгли Comax Edition распаковка. У нас вот такая вот рыба. А, Василий сейчас укусит она. Такая рыба, посмотрим, кто это. Василий, слови. Оп, так, это у нас вот такая вот рыба. Как вот они музыкальные качели. Так, рыба это вот такая вот, сейчас посмотрим, как она называется по-русски. По-моему, это какой-то змееголов опять очередной. 130 сантиметров, 20 килограмм. Наши качели вот так делают. И мы теперь смотрим, это у нас гигантский... А, это вот у нас ошибка здесь была, здесь не гигантский шельбовый сом, это у нас гигантский, вот он, гигантский змееголов. Опять и тут картинка перепутана. Смотри, вот картинка его, это потому что глазочки змееголов, как мы смотрели. Это удивительная рыба, может дышать на суше, поэтому легко переползает из одного водоема в другой. У нее самые крупные и острые зубы среди сородичей. Пожирает всех подряд и нападает даже на более крупных рыб. Вот такая вот она рыбешка. О, зубы какие, мы посмотрели, очень большие зубы. Вот, и когда там внутри шарики, набиты всеми шариками. Пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Пока.